Всем привет! Оформил документы. Теперь я владелец участка в деревне с недостроенным домом. Покажу вам сегодня дом, участок, что на нем растет. Вот такой большой участок, ребята. Спасибо крестному отцу за помощь. Привет! Участок 46 соток. В 2 километрах село. В 20 километрах столица Чувашии, город Чебоксары. Вот такой вид. Сзади участка. Красота. Пройдемте в дом, покажу все как есть. По улице проходит газ, свет, вода. Дома вот так вот. Тут работы очень много. Через пару месяцев должны подвести электричество. Потом нужно поставить окна. На следующий год, наверное, будем воду проводить. Потихоньку будем строиться. Опа! Крышу надо будет переделывать. Вот такой вид из окна. Здесь, значит, туи растут, можжевельник. Абрикос ананасный. Это весной он подмерз. Сейчас в таком состоянии. Жимолость 4 сортов. Жимолость Honey Blue. Жимолость Berry Blue. А это жимолость Дочь Великана. Жимолость Blue Velvet. Смородина, добрыня и какие-то сорта еще непонятные. Яблоня.
груши. Это первый урожай. Первые груши. Облепиха. Здесь растет картофан. Антоновка десертная. Грецкий орех. Великан. Подмерз. Думал, не выживет. Но смотрю, начал вылазить. Грецкий орех Чандлер, вообще его видно не было. Я думал, он погиб, но где-то в июле вылез. Посмотрим, что получится. Грецкий орех, сорт урожайный. Тоже неплохо себя чувствует. Грецкий орех Кочерженко. Самый мощный на моем участке. Чудо-вишня. В этом году ветром поломало. Привязал колышку. Вроде зажило. Посмотрим. Абрикос, снегирек. Посадил в этом году. Груша, талгарская красавица. Посадил осенью. Зиму перезимовала. Черешня какая-то, не помню. Кизил, два сорта. Посадил весной в этом году. Фундук. Не помню, какой сорт. Буду продолжать снимать. Как буду все обустраивать. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Всем пока!